Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Германию Sid Meier's Civilization 6, сетевые битвы на восьмерых. ФФАшечка на восьмерых, как мы это нежно называем. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Ну а если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и всем вам приятного продолжения просмотра. Так, тут где-то, значит, чудо должно быть, судя, потому что венгр говорит. Я думаю, что там Эйяфьядлаякудаль, видимо. И я там реально смогу город поставить, потому что тут нету соседей. Ага. Ну, это возможно... Возможно, все-таки не... Это скорее... Да, Эйяфьядлаякудаль... Вон, Юдаль, вижу, написано. Так, отлично. Если я строю Артемиду, то я уже 100% в золотом веке. Слушайте, а давайте мы священные места в тундре возьмем. Мне кажется, это все-таки будет норм. Ай-яй-яй. В моем случае. Так, что у нас с религиями? Там кто-нибудь идет вообще в пророка? Никакого уважения к возрасту. Да? Ни за что. Кто-то идет. Ладно, давайте каменную кладку. Зачем я астрологию открывал до конца? Так, а тут уже нету смысла вырубать лес. Тогда давайте рис обработаем, пойдем. Кстати, Артемида уже моя, потому что я вначале хостом был. Зачем ты ее взял? Так я ее не взял. А кто взял? Я взял другой человек. Ты неплох, брат, ты неплох. Вот это хреново, ну, кстати, что я не успел здесь обстоять. Сейчас меня обстрелять, мне придется отходить. Еще на тебя она помогает. Хотя... Сразу лучше. У меня плюс 5 вообще против варваров. Кто что взял, не понял, кто что взял? Леша, спокойно, не переживай. Кто-то что-то взял. Человек взял пантеон на джунгли. Еее. Главное, не нервничай. Блин, ты сейчас как Лукашенко говоришь. Почему это так? По парни, у нас две одинаковые религии. Но с разными названиями. Ну, ты, ну зачем вы опять? Есть? Каких две? У нас три одинаковых. У нас три взяли одинаковые то же самое. А, да, да, три, реально. Че, грузимся, да? А как мы сможем это распределить? Мы и так в один ход это возьмем. Ну, не знаю, роль. Ну, по какому принципу мы будем... Я готов церковную десятину поменять на другое. А ты типа, который у меня этот... Ислам, типа... У меня совсем а накорми мир, кто будет менять? Видимо, камень-ножницы-бумаги придется делать. Ну, ну да, давайте да, рандомно да, выкинем. Не, ну это не прикольно, когда все одно и то же берет, это как бы... Согласен. Не нравится. Киньте рандомно, кто первый, кто второй, кто третий. Давайте, кто у нас... А убери таймер, пожалуйста. В Дискорде работает, Ролл. Убери таймер. Все равно же грузить надо, что, убирать или не убирать. Да. Ну, я, кстати, не знаю, вы же раньше говорили, что, типа, если названия разные, то нормально. Надо просто... Идея в верованиях, а не то, что оно... Ну, верование, да. Ну, тут... Из три человека в один ход взяли пророка. А, ну, во-первых, не в один ход взяли, стоп, есть... Перебью. Так, Артемидка построена. Тут мочим варвара. Тут идем рис обрабатывать. Так, тут открываем Эйяфьядлаякудаль. Да, тут где-то надо будет ставить, конечно. Город, так да я нет, точно я тебя нашел уже. В золотом веке 100% да, уже. Грей, возьми этого молодого озорного. Так, слушайте, сделано трудовая дисциплина мне уже и не нужна. Скажите, когда там можно веру основать? Может, так в раннюю империю пойдем? Пока. Я хочу уже на карточке, наверное. Видите, я и ничего не открыл еще, но у меня, в принципе, а, хотя бог царь поменять бы. Можно.
Тогда, наверное, давайте мастерство откроем все-таки. Всемирная церковь. Ну да, я сказал, я готов от монетки отказаться. Я не столь щедр. Так, ну может третьего лучника все-таки тогда, хотя без карточки. Так а что, вы уже взяли религии? Можно брать? Да, да. Тинь, ты тоже взял? Да. Ну, у нас что-то религии 5, если еще венгер сделает. Не, ну может мне чью-нибудь религию принять. Нормальную веру взять. С другой стороны, ладно, давайте я воина сделаю пока. Кстати, привет. Привет. Так. Тут давайте сюда сбегаем. Блин. Венгер настолько тут не сыграл, что даже руинки здесь не собрал. Я реально думаю, что мне вот третий город надо туда Кайяфьядлаякудлю везти. Ну, просто очень шикарный город. Может быть, так я бы, наверное, тогда туда пошел. Пращиком там явно какие-то варвары могут быть. Может, тогда апнуть в лучника лучше. И что мне в золотом веке брать? Когда позволяет покупать здания в кампусах и тетралках, они там дорого стоят, поверили или нет? Да не особо. По-моему, 200 амфитеатр. Ну, в смысле, первое здание. Библиотека дешево стоит. Или 180. Так, уровень пращнику. Дубовому, может, пойдем... Попробуем с этим лагерем разобраться, раз там венгер мышей не ловит. Знаете, не хочу сюда слониться, там может быть... Достаточно далеко, да. Так, давайте апну. Нет, ты не заберешь лагерь. Хотя, слушайте, может купить здесь рабочего. Во-первых, тут надо купить клетку. Не заберешь? Давайте я, наверное, куплю здесь рабочего. Сначала апну лучника. Ты заметил, типа, здесь... Здесь куплю рабочего. Хорошо, дед, давай его поделим. Ну да, и тут меняем. Создание строителей. Отдавайте. Да нет, я, блин, стаймер. Я все равно сейчас буду во втором городе еще строителя делать. А, плюс они, кто-то... И... Уже ход поменялся, может быть, там это? Плюсануть что, не понял? Просто в чатик плюсуешь, что все тут, не все тут, блин, непонятно. Да, ставь таймер. А почему стало... Без таймера. Почему стало понятно, что не все тут, не понял? Из-за чего? Ну, и просто... Ладно. Просто захотелось плюсики поставить, да? Ну, бля, я расстроен. Дайте мне хоть над вами поиздеваться чуть-чуть. А чё ты расстроен? Ну, я говорю, что у меня ноль мест, где я могу даже поставить еду. И у меня убрали мою это... Какой ноль мест? Это не Иван, мне казалось. Это Иван опять рассказывает, что у него места нету. Спокойно. Нет, у меня почти одни холмы, и у меня просто город вообще не растет. А ты сам тут далеко вообще? Ну... Так, а давайте тоже... Или, блин, поселы. Там, типа, ничего нет, и ты туда не пройдешь, потому что там узкий перешейк, он перекрыт городом. Просто тут уже до поселы выше. Я не ходил? Да, да. Это чтобы моя была. Ладно. Территория. Ну, уже там твоя столица, там еще город поместится твой. Ну, так что прям в столице тебе не лепить. Блин, я опять не успел нифига выбрать. Не, ну, в принципе, походил. Так, юнитов. Почему дедушка, у тебя есть всадник, но сила города 10? Может, это варварский всадник. Так, ну, минус варвар. Ух ты. Так, ну тут надо думать, конечно, над городами будет.
Ой, как плохо Дебрецен стоит на самом деле. То есть он... Мне кажется, он зря. Ну, конечно, тут... А Митлу ты нашел или нет? Вау, он сюда священно, ему так прям надо вера, что он прям сюда священное место поставил. Она от тебя далеко? Нет. Точно с тобой соседи. Губернаторский титул. Так, ну я Пингалу, пожалуй, возьму. Хотя, не, Пингал, я, конечно, буду сейчас поселов фигачить, но Ахин должен благодаря... Ребята, если кто-то ставит метки, пожалуйста, ну не надо, я третий ход не могу походить просто. Вы вообще без меток не можете играть, я так понимаю. А я не ставлю. Я за то, чтобы запустить без меток. Метки — это уже особенность сыва. Ты не можешь запустить без меток. Раннюю империю. И дальше... Ну, орошение мне надо, конечно же. Письменность чуть позже. Так, а правительственная площадь у нас в трудовой повинности. Ну, давайте ранние... Ну, ладно, пока не будут выбирать. Еще красители. Ну, у меня уже несчастье. Видите, в Трире. В Ахине нету, потому что счастье там дает Артемида. Но, в принципе, через три хода там опять тоже появится. Поэтому мне надо и плантацию здесь обработать, и скот обработать. Что я сейчас пойду, наверное... Ну да, я сейчас этим рабочим прям на плантацию, потому что это будет раз, два, ход, три откроить. Как раз на третий ход я смогу это сделать. Так, ну, наверное, надо посела уже без карточки. Как раз пять ходов я карточку потом поставлю. Здесь возвращаемся ремонтироваться. Так, Венгар, я тоже планирую этот лагерь забирать, так что не удивляйся. Чё так, всё-таки он на моей находится территория. Ну, ты так долго им занимался, что я уже армию твою веду. Я его плодил для того, чтобы отпуть этого, как его, ускорение брон, ну, на железо. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Венгар очень жадно, конечно, расселяется. Чё-то Дебрецен какой-то... Странный, конечно, город. Странный, да, согласен. Но он был очень нужен. Ребята, опрос. Вы бы вот что предпочли? Поставить священное место на плюс 7 или кампус на плюс 5? Не, на... Какая у тебя... Или на плюс 6 даже? Если трудовая или этот? Нет, вот сейчас. Вот сейчас. 5, ты... На вот, на плюс 5. На плюс 6 не будет. На кампус поставим. Хорошо, на плюс 5. Ну, я бы, конечно, священку ставил. Кампус. Нет, не в начале, а вот сейчас. Вот в данной ситуации уже три вот эти религии взяты. А дело в том, что никто не говорит, что тут нельзя поставить кампус на плюс 4, плюс 5. Где? Покажи мне метку, где. Ну там правее горы. Там лишь горы очень много, справа. Справа? А там что, дед не будет заселять? Ну, тут моя столица, поэтому вдоль гор я поставлю по одному городу как раз, а дальше дедушка сидит. Вдоль гор с другой стороны? Ну да. Фига ты уверенный в себе, ну хорошо. Мне кажется, это вызов деду. Чего? Я вот тоже не знаю, почему. Ну потому что, смотри, я не знаю, вот если он решит напасть на те города, тебе довольно долго туда надо будет вести что-либо. Потому что они просто за горами. Если, то есть, эти, как его, тоннели у тебя не скоро.
А что там тогда? Да мы вроде хотели с ним дружить, а не драться. Да, дед? Ну, не знаю, дед, откроешь карту, и что мне рассказывать? Еще не вижу ничего. А нормально, да? Что у Венгра уже монополия, и у Леши тоже монополия. В смысле монополия? В прямом, у вас торговцы капают. Это не монополия. Монополия и торговцы, это разные вещи. Это разные вещи вообще-то, да. ЦКшки у людей стоят. ЦКшки? Да, у нас стоят ЦКшки и военные лоти... Ты же уже говорил, что это мое чудо. Человек прослушал, ну что? А зачем обманывать? Кто обманывает? Кто обманывает? Обманывает, реально. Так, исходных инвестиций нет, монументальность. Это будет банально, да? Культуры за каждый район. Центры коммерции я за это время не поставил. Ладно, давайте все-таки монументальность. Просто быстрее это все будем делать и строить. Орошение открыли, отлично. Еще счастье. Можно чуть-чуть еще поныть? Я, кстати, ацтек, у которого один люкс. И тот в столице. У тебя хотя бы в столице есть люкс. У тебя хотя бы в столице есть. Блин, у меня скаут сгорел в лесу, блин. Хотя бы цивы есть. Леш, убери Цива, убери скаута, пожалуйста. Убери. Так, я этим ходом уже походил просто. В следующем ходу, говорю. Блин, увеличьте таймер, я не успеваю. Динамический таймер. Шевели быстрее руками. У тебя, блин, сколько городов? 15, что ли, что ты не успеваешь? Вот ты так не успеваешь, а у меня еще и лаги там, когда люди ставят меточки. Поэтому поднимите, пожалуйста, хватит. Динамический таймер, это для киберкотлет. Короче, Иван, ты поторопись, у нас киберкотлеты. Тоже вижу, да. А, никто. Ну, хоть кто-нибудь скажет что-нибудь? Что? С макарошками? Я хотел, но подумал, что это слишком. Ничего не бывает. Слишком, ты что? Так, 50. Чё-то дофига. Так. Фингалу на науку таки. Ранняя империя открыта. Трудовую дисциплину. И потом... Я купил в городе поселка. И следующим ходом случился разлив. Убил поселка. И... Кстати, Лёш, извини, что сейчас перебью. Это чудо не дает соседства для кампуса. Ну, конечно, не дает, что бы ему давать. Поэтому плюс 5 там не будет кампуса. Слушай, оно гора. Она гора. Нет, не дает. Я вот есть, видишь, клетка у меня выкуплена, где сейчас станет священка. Ну вот, с другой стороны. Угу. Это там остановился кампус на плюс 2. Странно. Да, ни одно чудо вообще не дает бонус, кроме как есть, бонус чуда. Есть чудо, которое дает, там прямо на этом чуде написано, что дает удвоенный бонус там для кампуса, для ЦКшки. Если на написано, то, конечно, дает. Либо виду, на чуде написано, смешность. Что оно является горой. То есть это чудо дает бонусы, а так, если не написано, то не дает. Тогда ладно, тогда кампус... Ой, тогда священка, естественно, там лучше. Так, трудовую дисциплину... Ну, пингалу дальше, до ценителя... Пока. Так, ну и тут. Сначала надо здесь где-то поставить ради ромашки. Ну, я бы вот сюда просто ставил. Ты поторопись. Блин. Пожалуй, блин, какая пока шахты. Как надо было, чтобы повезло, что ты покупаешь поселка, и у тебя на следующий ход просто город вместе с этим поселком топит, убивает население, убивает поселка. И это мы на двойке играем. А на двойке разве убивает гражданских юнитов? Убивает. Нет, это только на ББГ не убивает, а так на любой убивает. Просто да. Такая минус мораль, это вообще шок.
Блин, может, ну, мне надо было тут поменять что-нибудь. Получается, эти... содержание. Ну, то есть я юниты же не строю вообще. Да-да-да, религию забрали, это забрали. А, все как ты любишь, день рождения просто. Все подарки собрали, все стараются. Можно поставить для My Life песню «День рождения группы Ленинград»? А есть какая-нибудь песня, где фигурирует слово «лох»? Мне кажется, она сейчас больше подойдет. Нет, там как раз вот очень твое настроение передаст. А? Припев можешь найти, послушать. Ленинград, говорит. Так, куда мне лучше пойти, наверное, если вниз, наверное. Так, и античную республику. Мне, наверное, сейчас не нужна пока, кстати. Вообще нету районов. Давайте олигархию. А содержание юнитов минус один. Ну, может, тогда двое... Нет, у меня один остался. Содержание юнитов. И создание строителей все-таки. Или производство я там поставлю... Давайте я здесь тоже священ... Так, у нас... А, все, все-таки Или это венгр уже принял? А, венгр принял православие. Так, ну я, может, пятую все-таки могу? Давайте глянем. Все, не могу. То есть нету смысла мне тут... На самом деле что-либо... Священное место ставить. Ну, у меня есть соседство. То есть мне нету смысла спешить. Я, может быть, и поставлю... Священные места, чтобы религия была. Вера, чтобы была. А что там все-таки взял? Межкультурный диалог и хоровая музыка. В принципе, венгр, я не против, если ты мне религию свою будешь разносить. Точно? Угу. Но это не будет скоро, потому что у меня не так много ее капает. Да, вот и мое чудо. Так, а давайте мы тут ваш тоже поселим. Нации палишь. Так, уже три. Так, ну, этот клетку маленький, присоединяет. Как мы будем селиться? Давай сначала. Давайте дружбу, пока или... скаутом использовать. Давай вначале метки поставим, потом будем дружбу снимать. Ты кто говорит? Еще раз. Ты говорит венгр. А, венгр? Ну, я вижу твоего лояльность. Ну, залив Ан, это вот мое. То есть, я не знаю, сделать так, чтобы я смог поставить еще один город рядом с заливом Ан. Ну, слева от залива Ан ок, а сверху от залива Ан не хотел бы. Я говорю, я один город туда ляпну, чтобы забрать хлопок и все. А, ну давай сейчас... Так, поставлю. Давайте я тут где-нибудь встану прачником. Хотя-то у меня дуболом есть. С другой стороны. Так, мне надо дуболомом встать, где у меня посел. Ты вот сюда сможешь город воткнуть? Я бы, наверное, вот сюда ставил город. Но, опять же, я с этим уже не буду торопиться. Тогда можешь, этим можешь, давайте куда-нибудь сюда. Там уже нельзя воткнуть город. А, стоп. Иван, посмотри, сдох. Так, тут скаутом бегаю. А, давайте сюда пойду, где-нибудь мали найду. Ух, непонятно. Так, мне нужен, кстати, караван. Давайте мы караван тут построим сначала. Ух ты, вау. Ну, то есть это неубиваемые юниты, они просто будут возвращаться, поэтому... Слушайте, а давайте мы их объединим и поведу я сюда все-таки город ставить потихоньку. Ну, здравствуйте. Ни хрена не успел.
Так, а тут я решил сюда поставить, или может выше все-таки? Блин, у меня очень много тут, ну, какая-то карта. Не, хотя вот здесь еще где-то надо город ставить, очевидно. Ну тут на озере, наверное. Там вряд ли кто-то будет. Ага, тут все понятно. Ну я так сюда встану, чтобы открыть вот эту территорию. Скорее всего, генерал меня сейчас вернут. Блин, очень Каев Ядла Якудлю хочется отвести город поставить. Ну мне как-то вот тут в этой туннеле приходится расселяться, но это все грустно. Ладно, я, наверное, здесь прямо останусь. Международная торговля морских юнитов, золото от торговых путей. Ладно, давайте еще военную традицию откроем. Так, пошли. Дед, я надеюсь, ты не поделишься. Хорошо. Так, Франкфурт. А ты как окей, не готов? Еда производства, еда производства, еда производства. Ты планируешь что забрать? Ну ты сверху, я снизу. Зачем мне там селиться? Согласен. Блин, а у Грея в соседях вообще кто-нибудь есть? Ну, он, видимо, со мной в соседях, но он далеко от меня. Я до сих пор его не вижу. Он где-то, видимо, от Венеции туда налево, еще дальше, видимо. Ну да. А ты на воде ниже, что ли? Ну, почти, да. А ты на воде? Да. Венгр на воде ниже. Окей, это хорошо. Я просто сидел в этих тяжких думах, с кем мне торговать вообще здесь, одни варвары. Точно торговать. Меня просто поражает иногда, как вот люди исследуют территорию. Грей исследует зачем-то мою тундру сверху уже всю, зачем-то рассмотрел, зато почему-то венгра не встретил. Потому что Руи... Венгр встретил. Не, я понимаю, что он тебя встретил, он не знает, где ты. Венгр так... Сначала он меня с индусом встретил, зато слева от себя руинки никакие не собрал. Я ходил, собирал. То есть, ну так. Зато у тебя я в тундре руинки нашел. Так что... Все было не зря. Ты, получается, хитрый парень. Ну, так. Не очень. Да, тут, конечно. Чуть-чуть. Ладно, пошли вниз. Куда-нибудь сюда. Так, вот тут я не понимаю, где мне город лучше ставить. На рис или сюда? Тут все затапливаться, в принципе, должно. Никаких ресов вменяемых нету рядом. Так, это из Франкфурта отправлю. Так, вообще я... Так, тут надо сейчас обработать. А, кстати, у меня серебро на торговлю. Надо кому? Не трави душу. Блин, я бы, наверное, все-таки на рис поставил. Чуть попозже я бы взял. Мореходство ускорили, деньги открыли. Здравствуй, мой лайф. Ой, а что это поселенец, пусик? Это мой поселенец. Я бы отжал. Уже отжали, варвар. Послушай Диму, он расскажет, как это бывает.
я соглашусь. Венгар, убери разведа, я сломаю лагерь. Какого разведа? Подожди, а как ты можешь быть ниже Венеции, если тут ГГшка есть, которую никто не встретил, сильно ниже Венеции? Значит, ты не там. Может быть, он просто не встретил ГГшку? Ну, как это вообще возможно тогда? Или кто-то наврал. Кто-то, получается, наврал. По-моему, у нас тут все исключительно добропорядочные люди. Знаете что, давайте я буду всем кидать дружбу. А тень, я чисто так. Что в моей ситуации вообще вариантов не есть. Что, тень? Прими сделку. Нет, сделки. Занзибар хорошее дает. Нет. Редкие ресурсы, поэтому его надо союзить. А, понял, не тебе. Ты кому? Осман. Там, между прочим, 21 науки у немца. Ну все, надо что-то. Блин, 21. Боже, как много, а? 21 да, наука это... у кого-то? Да, это Атиня говорит, 21 наука, у самого 18. Такой, ух ты! И при этом у него, наверное, золотой еще, да? Конечно. Осман, а мы что, с тобой не дружим? А, Осман? Молчание, знак согласия. Как вы думаете, он уже готовит против меня лошадей? Ну, сколько у него сила армии? 56. 56, как готовит? Одну лошадь, одну. Это прибилды, Леша, это прибилды. Так, а где мы с тобой встретили? Ну, ты тоже, видимо, далеко. А мы с тобой встретились? Не-не, я с Чендрагуптой. Дзет, а ну ты-то не из этих? Да он дед, почему дзет вы его постоянно... Это ж написано ДЗ. Нет, это не так. Это одна... В белорусском алфавите ДЗ это одна буква. Дз и Дж, вот есть буквы в белорусском алфавите, это одна буква. Дед и Дождж, например. Вот. Поэтому это читает... Ну, вы послушайте, вот вы даже сами послушайте, вы говорите по-русски дед. Вы что, не услышите там после ДЗ? Нет. Ну, нет, понятно. Нет. Если бы там не было Z, то говорят Dead какой-нибудь. Ну. Dead, bara dead. Dead было бы через E, а не через E. Для этого есть бы две разные гласные. Ну, да. Потому что E нас смягчает. Буква D. D. А я только хотел сказать, что у вас, я смотрю, белорусов прям твердый знак очень уважают, судя по всему. Я вот так поважаю, что его у нас нема. Так... Зачем оно вам нужен, если у вас он и так в каждом слове подразумевается? Да вы... Вот, блин, я что-то не посмотрел и походил на клетку под вулканом. Сейчас я просто 100% мне сейчас посилка... Ладно, давайте, наверное, сюда поведу этого. Блин, тут еще эти будут бури... Мглую небо. Так, сейчас какие я клетки хочу вот этим парнем присоединять? Плюшка, которая. Мне кажется, может, около Эйф Ядлайку для себя город поставлю. Давайте, наверное, туда поведу тогда. Тогда принимай дружбу. То как-то подозрительно молчишь, дружбу не принимай. Так, мне точно нужны рабочие. Наконец, я все-таки поставлю здесь. Наверное, зря я камень обработал, но правительственную площадь надо ставить. И надо центр коммерции ставить. Давайте сначала центр коммерции, слушайте. Пока он так. Дед не очень понял предложение. Понятно. То, что ты не хочешь дружить. Хочу, я даже не вижу, где ты. Чего? О, а эти минанки кто построил? Кто построил эти минанки? Ну, кто-то построил. Понятно. Подожди, Иван, а ты какое чудо построил? Что-то я пропустил. Я чудо построил? Ну, у тебя 15 очков за чудеса идет.
Лёх, хватит что-то строить. В смысле 15 очков за чудеса? Ты где это смотришь? Ну вот он, это в счете. Построил. Нет, я вижу его всю территорию, это не он. Ну, мне бы сообщило, что типа кто-то он построил. Странно, реально, мне в счете чудеса, двоеточие, Иван, 15 очков. Какие 15? 15 это сколько? Я 3 чудес? 3 чуда должен построить или сколько? Нет, одно чудо 15 очков. Висячие сады. Ну что ты вот, спрашиваешь, какое чудо построил? Вот мне надо искать у тебя на карте. Висячие сады ты построил. Ну может я не хочу. Ну вот зачем ты всем рассказываешь? Может быть я не хочу, чтобы они знали. Правда думаешь, что это настолько конфиденциальная информация? Да. Зайти вот. В чудеса и посмотреть? Тут, в смысле, зайти в чудеса? Ну, висячие сады, слушай, это не то чудо, которое стоит. А вот эти минанки, кто построил, вот это интересно. Да, посмотрите просто, кто по науке. Я могу вопросы. Тебе написать или сказать, кто за 50 голды. Какой? Ну, я могу сказать, что это, скорее всего, не дед, не Дима, не Сулейман. Ты плохо смотришь. Что-то из этих. Так скажу. Ну, либо Синдрагупт, потому что у него вроде поменьше науки было. Я тебе сейчас говорю, ты плохо, невнимательно смотришь. У нас чудеса построил я, Мали, Венгр. Значит, Мали, блин. Как ты? Откуда у Мали? В счете, в счете. В счет, открой счет. А, и показать подробности, ёлки-палки. Я даже не знал. Как ты умеете? Я даже не знал, что там это показывает. Лёш, а по Вашинскому как будет счет? По какому нашинскому? Ну вот, да. Ты по монашинскому? Продолжай. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Кстати, большое спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.